жить не сможем. Очень нам они нужны. Мы хотим стать полезным людям, будущие хозяева земли. Мою дочь зовут Даниэла, и сегодня я ее привел в первый класс, сам закончил Ломоносовскую школу, пришел ровно 20 лет назад, тоже в первый класс сюда. В Ломоносовской школе могут привить такую вот любовь к предмету, к какому-то делу. Я верю, что в каждом из вас произойдут те изменения, о которых вы еще пока даже не догадываетесь. Изменениям. Меняйся к лучшему сам. Начинается новый учебный год. Мы с вами снова встретились в нашей любимой Ломоносовской школе. В школе, где царит атмосфера добра, где царит атмосфера учености, где дети дружат с книгой. Нам нравится отличное сочетание таких серьезных предметов, с одной стороны, как не подходит, и с другой стороны, очень нравится очень внимательное душевное отношение к детям. И это внимание к детям, оно, безусловно, дорогого стоит, особенно принимая внимание, что мы идем только в первый класс, не всегда. Эта школа, она всегда как мое сердце. Я очень люблю, всегда буду поддерживать, всегда хвалить, потому что вы достойны этого. Да нет, что вы? Мы достойны, потому что ваша школа – это моя школа. Вот и все. Мне понравилось в школе, потому что здесь весело и уютно. Я люблю Ломоносовскую школу, потому что ее закончил мой папа. Желаем, чтобы наша школьная жизнь была по-настоящему счастливой. Ура! Наша любимая Ломоносовская школа, поздравляем вас с новым учебным годом. Желаем вам исполнения всех ваших мечт, задумок, послушных учеников и успехов во всем.